Привет, мои хорошие. Решила такую вот сделать болталку. Неожиданную, в принципе, незапланированную. Дело в том, что я сейчас по-женски обследуюсь. Нашли хорошего доктора, хотя у меня доктор, ну надо же, так искала доктора, гинеколога. Как-то это такая тонкая тема. У меня соседка доктор-гинеколог. Ну надо же, как вот говорят, если Магомед не идет к горе, так гора пришла к Магомеду, да? Так и у меня, наверное, так. Я год, наверное, иду к этому доктору. Сделала такую красоту себе. Новые ноготочки перед Новым годом, потому что я собираюсь к детям в гости. Ну и спешу, чтобы быстрее просто успеть сделать обследование. И хороший доктор, заведующий этой ихней клиники в госпитале Сарасоты. Надо ж так еще там в этом офисе женщина работает, наша, русскоговорящая. Познакомилась с ней, очень хороший человек. Так вот, обменялись телефонами, думаю, будем общаться. И просто по-английски много терминов я вообще не соображаю, скажем так. Или волнуюсь, или просто себя накручиваю, ну, чуть-чуть как-то так себе. Ну, обследуюсь уже долго, мне эта тема болезненная, неприятная. И УЗИ сделала. Ну, на УЗИ девочка говорит, ничего не вижу, ничего не пойму. Но все обследование посмотрел потом врач. И врач говорит, что у меня есть, да, проблемы. И вот нужно их решать. Ну, какая-то вот интересно он мне дал. Ну, две проблемы. И вот он дал на рассмотрение изучить полностью всю информацию. Вот. Даже вплоть, да, вот интересная тема такая вот тут. Спираль поставить. Уже называется бабушка ставит спираль. Ну, так нужно, он сказал. Иногда гормональная спираль помогает. Ой, не знаю. Для меня эта тема вообще не знаю даже. Потом, вот еще он говорит, пожалуйста, таблеточки принимать. Вот, либо спираль, либо таблетки. Ну, разные здесь контрацепции на мой выбор. Так что я говорю, что таблетки особо неохотно хочу принимать, потому что я и так сильно поправилась в Америке, а еще поправляться я не хочу. Знаете, женщины, которые входят в зону климакса, начинают просто поправляться сильно. И даже вот такая есть информация. Это вообще убрать женский орган. Это как бы крайняя мера. Но он мне просто еще сказал, так как я не хочу пить таблеточки, просто есть женская чистка. Чистка матки. И, как видите, хорош. Здесь вот процент хороший, отзывы хорошие. Так что, да, когда женщина старше становится, еще этого не хватало. Но, наверное, будет чистка просто. Вот. Это как вот операция такая небольшая. Но нужно ее делать, потому что гормоны я не хочу пить.
чтобы все там рассасывалось, и ждать это все я тоже не хочу. Но надеюсь, что все мы сделаем, как я вернусь уже от того, как от детей вернусь. Я уже сделала appointment, это еще написала, этот, на прием записалась. Уже по-русски начинаю даже забывать. Немножко волнительно, не знаю, с кем посоветоваться. Пойду к этой, к своей докторше еще поспрашиваю у нее, чтобы мне лучше. Так что буду оптимистом, буду надеяться на все хорошее. Но когда действительно женщина входит в зону климакса, все радости жизни ждут ее. Ну, я думаю, чтобы только радости жизни были, а не проблемы. Но сначала они ничего не могли найти, но нашли. 150 раз анализы сдаю уже просто. Я говорю, как прям популярная в этой клинике. Я еще как-то боюсь, захожу, как волк какой-то. Еще не могу выучить фамилию доктора моего. Ну, когда нервничаешь, вообще ничего не учится. Ну, выучила лучше. Так что, надеюсь, что все будет хорошо. Так что вот такая у меня болталка сегодня. Надо следить за своим здоровьем. Ну, ладно, мои хорошие. Думаю, еще будут у меня куча хороших влогов, позитивных. Даже если это у меня не совсем позитивный влог. Ну, дай Бог всем здоровья. На носу Новый год. Буду скоро всех поздравлять. Что я думаю, самое главное — это здоровье. Все можно пережить, заработать, нажить, приобрести. Кроме здоровья ничего не бывает ценного. Так что дай Бог и вам здоровья. И надеюсь, что у меня все будет хорошо. Ну, пока-пока, мои хорошие. До новых встреч. Увидимся в следующем видео.